Зрители моего YouTube канала, вы на канале Питерский обзор игр. И сегодня мы сыграем в игру Киевская Русь взлом. Пишите в комментариях, какие игры вы хотели, чтобы я поиграл на моем телефоне. Ну вот. Так, сейчас это я играл за Эстонию чуть давно, без вас. Но мы изменим страну. Возьмем... Допустим, Венгрия. Выбираем. Так, сейчас загрузится тут. Ну вот, загрузилось. И нам нужно, так сказать, завоевывать страны. Вот смысл этой игры. Завоюем Хорватию сейчас, пожалуй. И тут еще можно армию прокачивать. И так сказать, покупать... Ну, юнит. Так, нам надо купить хотя бы эти катапульт. Так, построилась. Покупаем. Столько, думаю, будет достаточно, но поехали. Сейчас, допустим, завоюем Трансильванию. Для начала. Мы завоевали до этого Хорватию. Сейчас будет захват Трансильвании. Блин, что-то не получилось. Так, что за дела? Что-то получается, блин. Это ерунда, блин. Ну вот, получилось. И это хорошо. Так, у нас сила 4831. И нужно купить юнитов. Ну вот, столько, думаю, достаточно будет. Хватит, блин. Сила нормальная. И завоюем пару стран. Допустим, Польшу. Так, завоюем сейчас. О, победили мы. Это хорошо. Теперь прусы. Ну, вообще их одолеем. Легко. Теперь Литву, пожалуй. Мы эти страны очень быстро, так сказать, одолеем. Теперь Ливонию. Здесь мы тоже победим 100%. Так, сейчас. Блин. А, все сработало. Миксирую. Теперь Эстония. Кстати, за Эстонию мы играли. Теперь завоевываем. Круто победили. И нам нужно атаковать Северную, чтобы получить выход к... Баренцеву мор. Теперь Киевскую Русь такую. А потом печенегов. Так, чуть не получилось, блин. Что за дела? Немножко казус небольшой произошел. Так. Ну... Блин, немножко не так. О, наконец-то. Так, теперь одолеем Скандинавию. Тут мы тоже должны справиться. Пожалуй, думаю. Мы тоже справились. Так. Хорошо, так.
Теперь мы атакуем такую сторону. Пустим. Так, всем пока.